Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро, сын. Доброе утро. Можно мне тост с сыром, пожалуйста? Конечно, господин Бурак. Я тоже съем один, да. Нихат, я приготовила тебе это, жизнь моя. Зачем тебе тост? Спасибо. Спасибо, Шукран. Сын, ты что будешь делать сегодня? Поедешь в спортклуб или со мной в холдинг? Ну, сначала решу дела в клубе, а потом приеду в холдинг. Шикарно. Эмель, сделай сырный тост для господина Бурака. Хорошо. Я сделала для себя, но если хотите, можете отнести ему. Я сделаю себе новый. Хорошо, спасибо. Где Лив? А я отправила ее убирать комнату господина Бурака. А, хорошо, ослы. Тогда, милая, отнеси, пожалуйста, этот чайник Шукран. Хорошо. Ваш тост, господин Бурак. Спасибо. Приятного аппетита. Аслы, у меня руки заняты, иди обслужи их. Давай. Спасибо, дочка. Приятного аппетита. Можно и мне чаю? Конечно. Прошу прощения. Будь внимательней. Душа моя, ты в порядке? Все хорошо, мама. Ты чуть не облила его горячим чаем. Почему Шукран не обслуживает? Это моя ошибка, мама. Все хорошо. Ты в порядке? Я в порядке. И еще раз извиняюсь. Сельда, дорогая, не нужно так преувеличивать. Это же просто чай. Так что ничего страшного не произошло, да? Ой, боже мой. Я пойду. Приятного аппетита. Милый мой, ты даже ничего не поел. Я не очень голоден. Вам приятного аппетита. Завтрак – это самый важный прием пищи. Не стоит от него отказываться. Сельда, ты говоришь мне одно, а Бураку совсем другое. Жизнь моя, хорошо. Я больше не буду заботиться о тебе. Прости, пожалуйста. Увидимся. Удачи, сынок. Удачи. Сельда, я немного возьму, попробую этот торт. Он все равно не ел. Шукран, что делает в этом доме? Для чего она нужна? Ну, хватит тебе. Случилось и случилось. Ничего страшного не произошло. Я не могу быть в этом доме прислугой. Слушай. Дорогая, ты в порядке? Иногда мама очень ярко реагирует, поверь, в этом нет твоей вины. Ничего страшного. Твоя мама вообще-то права. Моя любимая такая заботливая. Я знаю, что тебе обидно, но не принимай на свой счет. Я поеду на работу, а ты чем будешь заниматься? Я встречусь с Ганжой, она уезжает завтра. А вечером ты и так знаешь. Мне все еще не нравится, что ты туда поедешь. Но у меня же нет выбора. Работу я потеряла. Нельзя же еще и дом потерять, Бурак. Хорошо. Хорошо, родная. Еще раз поговорим. Я поеду в клуб посмотреть, все ли там готово к соревнованиям. Хорошо? Хорошо. Слушай, я сейчас выхожу из дома. Ты что будешь делать? Если тоже собираешься выходить, я тебя могу подвезти. Я очень соскучился. Не могу тебе отказать. Хорошо. Тогда я жду тебя на нашем месте. Хорошо, увидимся.
Эмиль, слушаю, госпожа Сильда. Аслы сегодня свободна? Нет, Аслы сегодня занята. Она ушла с работы, у нее скоро экзамены, ей надо готовиться. Поняла. А почему вы спрашиваете, есть проблемы, связанные с Аслы? Эмиль, мы раньше разговаривали на эту тему, надеюсь, ты помнишь. О чем? Ты знаешь, нам не нравится, что твоя дочь бегает возле спален. И я не хочу, чтобы, как сегодня утром, она подавала нам чай. Она чуть не пролила на Бурака горячий чай. Простите. Простите, госпожа, будьте уверены, что больше такого не повторится. Надеюсь. Пожалуйста. Хорошей работы. Эмель, что случилось? Нет, ничего. Эмель, ты от меня что-то скрываешь. Что случилось? Госпожа Сельда, Аслы сегодня утром им чай разливала, понимаешь? И она попросила меня, чтобы больше такого не повторилось. Да, у меня руки были заняты, и я ее попросила. Но что в этом такого? Аслы чуть не разлила на господина Бурака горячий чай. Значит, поэтому она так запаниковала. Ведь Аслы даже не видно в этом доме. Что еще нужно сделать? Ну что? Я забочусь о ребенке, хочу как лучше. Я устала ее предупреждать. Но снова одни неприятности. Я знаю. Хорошо, не волнуйся, не расстраивайся. Хорошо. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayat...